Может, как тогда показывали в фильме там, когда был Элвис жив? Ой, это закрывается. Итак, друзья, у нас сегодня за столом замечательный вечер. Мы поздравляем программу номер 7, господин Элвис, с днем рождения. И дарим ему эту первую игру. У нас за столом играет игрок номер 1, господин Ромео. Игрок номер 2, госпожа Мария Ивановна. Игрок номер 3, госпожа Каори. Игрок номер 4, господин Боров. Игрок номер 5, господин Чужой. 5. Игрок номер 6, господин Механик. Игрок номер 7, господин Элвис. Игрок номер 8, госпожа Минок. Игрок номер 3, госпожа Джулия. Игрок номер 10, госпожа Кобра. И спокойной ночи. В городе наступает утро. Утро наступает, как всегда, в этой игре «Мафия». У нас есть три «Мафии». Я желаю удачи обеим командам, хорошей игры. И стол у нас открывает игрок под номер 1, господин Ромео. Ваша минута. Доброе утро, город. Я мирный житель.
Я буду, скорее всего, не слишком разговорчив, и, может быть, даже не обращайте внимания. Небольшая проблема с челюстью. Поэтому, как бы, ничего страшного. Ну, как бы, это не, ну, если я буду там хмурый, там, или что-то там задумчивый, это не говорит о том, что я чёрный, я красный. Так что, не надо на меня, пожалуйста, сразу приезжать, не болит меня первую же ночь, и первый же день. Хочется поиграть, его красивый стол, красивая команда. По столу, естественно, они играют там, где есть секунд. Все нравятся, все весёлые. Послушаем, дождемся следующего. Это время. Спасибо и вам. Прошу прощения, технический перерыв. Он закончился. Игрок номер 2, госпожа Маривана, ваши минуты. Я мирный житель. Второй, в общем, первый, много сказать не могу. Пока что нравится почти всем. Первый? Не знаю, я ему уже не верю. Научился брать, научился. Раньше не мог. Что делать? Ну, будем всех слушать, будем присматриваться. Желаю хорошей игры. Элвиса не выносите. Если он не мафия, то, по крайней мере, дайте поиграть. Все, спасибо. Спасибо и вам. Игрок номер 3, госпожа Каори, ваши минуты. Ну, во-первых, доброе утро, город. Меня зовут Каори. Я красный игрок этим столом. Я рада со всеми с вами поиграть. Дальше начнем по столу. Игрок номер 1 сказал, мне достаточно много. Я выиграю всю минуту. Но при этом, вы совсем хотите, более того, я в связи с моей профессией, я не могу не поиграть с игроком номер 1, потому что, ну, как бы мне этический кодекс запрещает. В свою очередь я могу предложить игроку номер 1 рецепт на антибиотик или что-то типа того, у меня печать с собой, нет проблем. Но мы поговорим об этом потом, так что я беру на свою команду игрока номер 1 не только как бы по этим вещам, но и по эмоционалам. При этом игрока номер 2 в свою команду я взять не могу, потому что игрок номер 2 не дал цвета игрока номер 1. Поэтому по логике я не могу с вами поиграть, либо на следующий круг, когда вы будете открывать, я жду от вас, что вы разложите весь стол. По просыпанию, по всему остальному, я категорически не буду играть, ничего не буду говорить. Я хочу с вами поделиться, я тут на... 10 секунд. Ну ладно, тогда всем хорошего, удачного города. Игрока номер 7, он не стреляется, не проверяется в первую ночь. Не стреляется, не проверяется. Спасибо. Спасибо, Иван. И игрок номер 4, господин Ворон. Ваш Доброе утро, город, тоже со всеми поиграть. Один, вы играете с двумя? Нет. Два тоже как-то по речи не играет с один, то есть я должен с кем-то из них поиграть, с кем-то из них не должен. Понятно, что пока в первом кругу особо ничего нельзя говорить, я скорее играю с один. То есть не он по разговору речь понравился больше один, тройка играет с единицей, поэтому я играю 1-3-4 пока что. А посыпанием тоже не сужу, все зависит для меня пока что. Вот. 1-3-4. Желаю отмены городу, тоже много как говорить не люблю. Поэтому спасибо. Спасибо и вам. Игрок номер 5, господин Чужой, 5, ваше время. Игрок номер 4 нормально поговорил, но я бы ему сейчас красный цвет еще давать поторопился бы, не буду торопиться. Игрок номер 3, у нас тут врачебная этика в дело вступила, прямо вот на нулевом круге, да, то есть первого мы пожалеем и возьмем с собой, а ее бросим по дороге, а вдруг он челюсть повредил, когда ее от хулиганов защищал? Надо все брать в расчет. Вдруг она как раз хорошая, а он нет. Ну, не знаю, я пока вам цвета давать тоже не буду, на нулевом круге я этого не тороплюсь делать. Элвис, ты сегодня невыносимый. Надеюсь, что ты шериф, а не Дон. Нет, у тебя должна быть хорошая роль. Что? 10 секунд. Первый и второй кто? Я не буду пока цвета давать. Недостаточно, я услышал, чтобы цвета раздавать. На нулевом круге мне этого маловато. И это время. До свидания. Игрок номер 6, господин механик. Ваши минуты. Так. 5 поговорил. Немножко не уверенности. Вот такой. Было что-то.
волнение может быть. Ну, ладно, пока цвет надо тоже дать. 4 поговорил, плоско так, ну, сказал, как высказал. 3 очень уверенно. Подозрительно. Очень уверенно в себе. Будем это дать? 2-1, ну, 1 не знаю. Ну, я слышал про зубная боль и все такое. Поэтому никаких пока претензий. 2. Вот 2 может сказать потом про 1. Ну, наоборот. 1 скажет про 2. Через боль, через. Нет, не скажешь. Потом все уже определено. 10 секунд. Не, ну надо еще послушать остальных. Будет интересно. Спасибо. Спасибо и вам. Игрок номер 7, господин Адрес. Ваше время. Добрый утро, город. Я Красный Розы из Устала. Нет, мне, конечно, приятно, что они невыносимы сегодня. Очень приятно. Но мы все-таки играем, как бы, если я такой с опасной донатки, то пускай меня вынесет. Хотя нет, у нас за столом есть доктор, который меня вылечит. Представляете меня? Меня доктор вылечит, правильно? Я не тот доктор. Это предупреждение, госпожа Глория. Значит так, просто меня 3 человека, значит, либо вся мафия сидит там, ну да мне точно пару мафий поговорил, вот как бы, номер 6, номер 5, один вроде нормально поговорил, я не знаю, что вы, 10 секунд. Докопались, я не знаю, она сказала, что он так и не, ну, подозревает, ну вроде как нормально поговорил, вот 4 мне понравился, 3 мне понравился. Нет. Игрок номер 8, господа Нинот. Ваш минут. Добрый утро, город. Вот они могут друг с другом играть против друг друга до последнего. Это вот вообще не показатель. Они... Все. Вот они вообще не ориентируются. Их надо брать отдельно. Мне понравились игроки 3-4. Семерка. Честь и уважение не имею. Окей, хорошо. Смотри, если игру сольешь. Игрок номер 6. Нет, это тоже не сложно. То есть мы уже вдвоем. 10 секунд. Номер 9, госпожа Джулия, 2 минуты. Добрый день, город. Ну, про игроков 5, 6, 7 я никогда ничего не знаю. И цвет сейчас не буду давать, они все серые для меня. Игрок номер 1, когда был мирным жителем, он ни с кем не играл, никто ему не нравился. Теперь вдруг все ему нравятся, а со всеми играют. Ну, просто странновато. Тоже серо. Игрок номер 2 мне не вызвал подозрений. Личная речь. Игрок номер 3 мне даже понравился. Игрок номер 4 просто примазался, по-моему, к игроку номер 3, и это подозрительно. Игрок номер 8. У меня пока красный. На этом кругу. Пока. Там посмотрим. Это, в принципе, все, что по столу. Я красный игрок и желаю победы. 10 секунд. Спасибо. Спасибо и вам. Игрок номер 10, госпожа Кобра, ваше время. Доброе утро, город. Номер 1 больше посвятил тому, почему он может быть клубом. Я ничего конкретно не сказал. Номер 2, она всегда подозревает номер 1. Вообще-то, как бы подозревает, нет, я согласна с номером 8. Номер 3, не знаю, для меня пока позитивно. Номер 4, а что казалось, что ты с кем-то должен уже играть? Что ты за что-то должен? Можешь сказать, я думаю... Скажи, Глория, если я услышу еще раз шепот, это будет... Я не должен. Номер 4 мне не нравится. Пока ты для меня серый игрок. Посмотрим, что скажешь на втором круге. Номер 7 для меня хорошо поговорил. Номер 8, не знаю, слабенькая речь, а точно более сильная. 10 секунд. Речь. Номер 9. Номер 9, кто попросит на руку. Спасибо и вам. У нас день подошел к концу. Выставлений не было.
И в городе наступает ночь. И в городе утро. Утро, которое недоброе для игрока номер 4. Мафия не промахнулась. С нами прощается игрок под номер 4, господин Ворон. Ваши минуты. А вот вы город, я шериф, только при награде. Черная. Дабль на черном. Да, на проект. Ну ладно, я приеду вниз, он красный здесь не голосуется. А я шериф, это плохо, печально. Только один красный. Другой меня не проверял. Один красный, но они не играют, просто я сказал про провокацию, кинул последнюю реакцию. Один игрок красный, поэтому лично не голосуется. А так без шерифа будет печально на самом деле. Ну, удачи городу, спасибо. Спасибо, Иван, что попрощались с игроком номер 4, господином Вороном. Что открывает игрок номер 2. Госпожа Маривана, ваша минута. Я уже хотела сказать, что это самострел. Что это такое? Единица красная, да? Я рада. По предыдущему кругу что могу сказать? Так как я говорила вторая, в общем-то, мне нечего было сказать. С единицей, оказывается, играем хорошо. Мне вот могу сказать точно, с кем я пока что играю. Вот по разговору, по эмоционалу, надеюсь, не ошибаюсь. Это тройка, девятка, десятка. Все остальные пока что серые. Восьмерка серая, больше в черная. Ну, да, можешь ты говорить лучше. Ну, слабенький. Ну, послушаем еще. Опять же, это второй круг, я его открываю. 10 секунд. Много тоже не могу ничего сказать. Ну, вот пятерка, шестерка, восьмерка. Семерка серая в сторону красного. Вот для меня пока что 5-6. И это время. Игрок номер 3, госпожа Каори. Да, что можно сказать? У нас тоска печаль за этим столом. Мы отдельно поговорим потом с игроком номер 4, что проверка единицы была на самом деле с единицы поиграли все. Ну, как бы это была проверка в молоко. Игрок номер 1, у меня есть вопрос. Вы сейчас слышали речь игрока номер 2, мы ориентируемся на вас. Вы единственный проверенный красный. Игрок номер 2, это красный или черный игрок? Более красный. Хорошо, я верю игроку номер 1, по крайней мере, пока. Дальше, смотрите, я могу рассказать, что я подумала по первому кругу. Мне не понравился игрок номер 5, который не смог дать цвета ни одному игроку, сидящему до него. Игрок номер 6, который плавал. Игрок номер 10, если вы обратите внимание на речь игрока номер 10, кстати, я выставляю игрока номер 6 и выставляю игрока номер 10. 6 принято. Почему 5 не солнце? Игрок номер 10 прошелся 1, 2, 3, ты раздала цвета 1, 2, вы раздали цвета 1, 2, 3, 4. После этого вы перескочили на 7. Для вас нет игроков 5 и 6 за этим столом. Вы не дали цвета игрокам номер 5 и 6. 10 секунд. Вы дали дальше игрокам цвета игрокам номер 8 и 9, они для вас не существуют. Поэтому для меня на данный момент из коалиции 5, 6 и 10. Это, по крайней мере, по первому единственное количество, которое я вижу. Время. Игрок номер 5, господин Чужой, ваши минуты. Плохую коалицию ты мне, не мою коалицию ты мне прикасала. Я играю с игроком номер 1, 2. Насчет 3 я еще должен уточнить. Я выставляю игрока номер 6. Он совершил, сказал самую черную речь за столом. Принято, да? Он уже стоит. Значит, еще 10, да, это был странный пропуск в речи. Был странный очень пропуск в речи. Ну, собственно говоря, что? Значит, 10, ну, пока что он для меня чернее. Я не хочу искать всех троих одновременно. У меня и таланта такого нету.
чтобы три мафии одновременно называть. Я вот начну с по одному. Один-два, естественно, я поиграю. Надеюсь, они тоже со мной поиграют. Жалко, что, конечно, у нас нет шерифа. Жалко, что он не проверил меня или, или номера 6. Это было бы намного приятнее. Но такова солява. Будем бороться без шерифа. Спасибо. Спасибо, Иван. Игрок номер 6. Господин механик, ваша минута. Для меня... Я вставляю игрока номер 8. Самое первое. У меня нет других объяснений. У меня свои взгляды. Короткие такие. Да, мы первый раз уже с тобой играем. Первый раз уже с тобой играем. Я считаю, что это мафия. Чтобы как-то голосовать. По поводу игрока номер 10. Уже два человека на меня есть. Элсон удивительно смотрит, но... 10 секунд. Мирный. Он не сделал ничего подозрительного в первый круг. По счет пятерки, я не знаю, он мне против меня вот идет вот так резко. Ну, это время. Игрок номер 7, господин Элвис, ваши минуты. Интересно. Мы играем в битве экстрасенсов и мы играем в мафию. Мне кажется, что восьмерка мафия, я буду ее выдавать, да? Непонятно. 5-6 не рак. С самого начала, с первого круга, не были в этой традиции. Пятерка просто... Думал, что я детектив, просто проверку шестерки. Непонятно. Я хочу поиграть 1, 2, 3, 5 мне не нравится по эмоционалу, потому что у меня 6 мне тоже не нравится, вообще непонятно, что он творит. Что он творит, непонятно. Я выдвигаю 8, потому что я выдвигаю 8, без всяких объяснений. 6 я должен верить. Детектив. Все. До свидания. Шалом. Спасибо. 10 секунд, спасибо, Иван. Игрок номер 8, госпожа Гнок, ваши минуты. Я вот так сижу, и по сложившемуся столу получается двое здесь и один здесь. Либо один здесь, двое здесь. А шестерка точно мафия получается по этому раскладу. Что это такое? Очаровательно. Что это вообще такое? Это предупреждение, господин механик. По-моему, теперь он пытается, если вы не вместе, то он пытается купить тёмную. Шестёрка. Я думаю, что шестёрка. Думаю, что для этого круга будет достаточно. Но он выставил шестёрку. Возможно, ему ничего не сделать. Спасибо, Иван. Игрок номер 9, госпожа Джулиет, ваши минуты. Доброе утро. Я всегда в растерянности. И теперь понятно, с игроком номер 1 я играю. Игрок номер 2. Ну, правда, для меня все еще непонятно. Почему вы все так играете и с игроком номер 1, и с игроком номер 2? Играем. Ну а три там мне понравилось. 5 и 6 для меня тоже очень подозрительно. 7 я никогда не понимаю. 8 и 10 для меня тоже подозрительно. У меня все подозрительны сегодня. Но 10 предыдущие я выдаю игрока номер 10. В своей предыдущей речи мне вообще не понравилось, как говорила, и игрок номер 10, госпожа Кобра. Одну секунду. Наташ, девчонки не смотрят, не играют, может, он просто правила какие-то объяснить. Все, мы вернулись в игру. Госпожа Кобра, ваши минуты. Номер 5. Ты решил. Шестерка, я думаю, что... Не, я не думаю, что шестерка мафия. Я
пошел какого? То есть тройка обвинила пятерку, шестерку, пятерка же взять себя подозрение, обвиняет шестерку. Шестерку уже многие, так мне нужно восьмерку было. То есть мы как бы по кругу пошли в обвинение. 10 секунд. Спасибо. Спасибо и вам, господин Ромео. Ваше время. Мне непонятна проверка нашим детективом. Чем я буду проверять, тратить проверку. Ну это уже не важно, не важно. Если бы он не проверил меня, я бы не болел. Не, проверил я раз. Мне очень так, с одной стороны, понравилось, с другой стороны, немножко подозрительно, как тройка забыла темп игры. То есть она вот так вот сразу пошла, как будто она красная, с самого первого слова она со мной играет. И всех прямо разложила по полочкам, кто что как. Ее даже никто не подозревал. Если как. Нет, смотри. Нормально. Пока что играю с тобой, да? Я буду голосовать тоже против шестерки. 10 секунд. То есть остаюсь подозрительно, это девятка и десятка. Может быть, еще двоечка у нас записалась и такая невинная. Это время. Так, у нас были выставлены игроки 6, 8 и 10. Я прошу убрать руки и локти со стола. 6, 8 и 10. В таком порядке идет голосование. Кто считает, что игрок номер 6 – мафия? Раз, два, три, четыре, пять голосов. Спасибо. Это большинство. Игрок номер 6, господин механик, попрощайтесь с городом. У вас на этом минута. Ну, конечно, на этом этапе нормально. По пути, все прочитаешь, что нужно, но все-таки 8-5, мы играем вместе, это одна коалиция, то, что я заметил. Мафия присоединилась, я уже не выиграю, у меня 8 мафия. 5 либо просто меня не любят. Либо тоже мальчик, который очень хочет, чтобы я ушел. Даже рад, что я ушел. Даже рад, что я ушел. 10 секунд. Друг номер один, конечно, буду дам. Время. Итак. Прощайтесь с игроком номер 6, с таким механиком. В городе наступает ночь. Просыпается детектив. Детектив ищет мафию. Получает свою проверку и засыпает. Город наступает утро. И это утро доброе для всех. Мафия промахнулась. Стол открывает игрок номер 3. Госпожа Каори, ваша минута. Ну окей. Давайте теперь как бы я могу рассказать как нужно, а могу рассказать то, что как нужно, шрифтская игра играется следующим образом. Мы унесли шерифа, да, то есть как бы мы ориентируемся на его красную проверку. То есть вы ведете стол. Вы фактически сейчас шериф, вы ведете говорить, за кого голосовать, все остальное ответственность будет на вас, потому что никто не может быть уверен ни в ком, кроме вас. Поэтому это ваша ответственность, я прошу вас говорить хорошо. И это сейчас это цвет двойки окончательно, потому что вроде она ничего, ну на мой взгляд. Дальше. Если мы вывели человека из одной коалиции в бесшрифтской игре, мы потом должны выводить человека из другой коалиции, чтобы таким образом игра продолжилась. Все со мной? У нас есть коалиция 6-10, у нас есть коалиция 5-8, все остальные более-менее непонятно. Игрок номер 9
9-10, нет, 9-5 против десятки. Более того, девятка никого с собой не берет. Я выставляю игрока номер 10, а они причем, нет. Я сделала ошибку, мне нужно было выставить игрока номер 8 на самом деле. Хотя, на мой взгляд, шестерка больше ходил мафии, чем пятерка. В данном случае. Игрок номер 5, господин Чужой, ваши минуты. Игрок номер 3. Вы умудряетесь в одной речи сказать половину речи красной, половину мафиозной. Я не знаю, что мне с вами делать. Он уходил мафией, причем настолько явно, он своим давал наводку на игрока номер 1, уходя. Ну, я не знаю, что еще чернее можно в речи сказать, чем вот эта вот наводка, кто под ударом. Тем более, что кто-то из них понял, кто-то нет. Поэтому и промах. Значит, шестой для меня красил номер 8 в своих речах. Десятка, которая для меня сейчас следующая мафия. Я представляю игрока номер 10. Десятка для меня отразила девяточку в своей речи. Она гнала на меня и топила девяточку. Значит, вот 8-9-1, я играю с ними. Значит, я с вами четвертый. Ты только что показывал, что меня надо выносить. Он что, для тебя мирным ушел? Он для тебя мирным ушел? Я для тебя черный, получается. Со мной голосовала госпожа Калори. Я надеюсь, что она будет продолжать с нами играть и сейчас выносить десяточку. А потом мы посмотрим, кто остается. Игрок номер 7, господин Элвис, с вашим уровнем. Окей. Мы играем противовес. 9-10 у меня рисуется в одной команде. 9 плывет вообще. Она не голосовала против шестерки. Она сначала сорала против шестерки. Деган номер 9, деган номер 9. Друзей принял. Они что, кого противовес? Я 50? Так они не голосовали против шестерки. Правильно? Я не голосовал, потому что хотел посмотреть, кто еще. Я выставил две. Вы хотите вместе восьмерку? Или пятерку? Давайте единицу вместе. Ладно. 10 секунд. Мне кажется, девятка, десятка, пятерка, шестерка. Пятерка, шестерка, все работаем вместе. Может, я замазываю? Может, это? Добрее? Нет. Игрок номер 8, Исалинок, ваша минута. А, для меня точная красная команда пока что идет. Один раз тоже как раз была наша. Пятерка в соседнем. Шестерка, я думаю, ушел, что приземлил красный команд, что за это? Мне голосовали шестерку 7, 9 и 10. Значит, кто-то из них трое, точно мафия. Трое из этих троих точно мафия. Либо что? Вот смотри, вот ты активно хочешь, чтобы ушла пятерка, либо восьмерка. Ты подавал либо пятерку, либо восьмерку. Зачем? Я понимаю баланс, но я-то знаю свой баланс. Поэтому я пытаюсь выразить свою мысль. Вот, господин Элвис. 10 секунд. Вот мне кажется, что черная игра. Нет? И если бы я была в мафии, я бы точно вот даже без всякой мафии была. Ваше время? Нет. Игрок номер 9, госпожа Джулиет, ваша минута. Добрый день, город. Все вы всего было сказано. Давно мне сложно следить, как заметили. Кто-то из вас заметил, что я глуху, я правда живу, здесь сложно услышать. Ребята, и для движения, и для этого. На чупуйке я все еще не уверена, но я даже не проиграю осторожно. 1-3 я играю. Номер 5. А ты мне не покупаешь случайно? Нет. Нет, ну, у вас уже было такое, что меня прям покупали, вот некоторые прямо вот, вообще. Номер 7, послушаю именинник, потому что я промолчу. А 8 и 10 для меня все еще подозрительные. Я получаю игрока номер 10. Спасибо. Спасибо и вам. Игрок номер 10, госпожа Кобра, ваша минута. Много город. Скажи, кого еще? Я против девятки играю. Против девятки. Девятка — это мафия. Спасибо, я захочу. Это устный фолс, и еще раз будет... Я всегда игрока номер 9, спасибо. Быстро. Спасибо и вам. Игрок номер 1, господин Ромео, ваша минута. Ну, вот такой, ну, взятка для меня черная.
как мне не понравилась речь Элвиса. Игра твоя вообще непонятная, да, ну, абсолютно не красная для меня, подозрительная. Для меня он играет более красный. Это для тебя он мастер. Он играл с городом, а ты опять ищешь какие-то подводные камни и пытаешься теории конспирации. Непонятно. Надо позже, надо, чтобы люди с ним вытянули. Сейчас понятно, что уходит взятка. Нет? По-моему, да? По-моему, большинство годов уходит взятка. А потом видно будет. Спасибо. Спасибо и вам. Господа Маривана, вы скрываете лицо. Я согласна, что десятка с шестеркой играли вместе. Притом один прикрывал того, что шестерка сказала, что мне тут десятка не кажется мать, и что десятка сказала, что шестерка не кажется мать. Согласна. Но девятка, я скажу, почему я так назвала. Потому что когда все закрывали глаза перед ночью, девятка посмотрела на номер три. То есть она вспоминала, видимо, договорку, кого мы убиваем ночью. Но так как господин механик, уходя, сказал, что, видимо, будет красный, то есть, видимо, по договорке должна была уйти три, а он дал знать, что надо как бы убивать единицу, потому что проверенный красный. И две мафии видят, кто-то понял, что надо убирать единицу, а кто-то пошел по предыдущей договорке. Так вот, у меня ощущение, что девятка посмотрела на тройку именно. Есть такая тема, когда, вспоминаю, 9 или 10, я не знаю, я с города, но за 9, то за 10. Время. Итак, я прошу убрать руки, пилоты со стола, не жестикулировать, следующая жестикуляция – это пол. Игрок номер 8 – это предупреждение. Итак, у нас выставлены игроки номер 10, игрок номер 9. В таком порядке идет голосование. Кто считает, что игрок номер 10 – мафия? Раз, два, три, четыре, пять голосов, это большинство. Игрок номер 10, Старая Кобра, возвращайтесь из города. Я вас представляю, мафия победила. Сейчас убрали меня, да? Сейчас останется убрать ночью еще одного. У вас останется 6 мафия. Спасибо. Спасибо и вам. Возвращайтесь с игроком номер 10. В городе наступает ночь. Вроде наступает ночь, все спят. Утро, которое недоброе для игрока под номером ничетным 1. Мафия не промахнулась. Господин Ромео, секунду, я вам дал время. Ваше время возвращаться в город. Скорее всего, у нас одна мафия за столом, поэтому они не промахнулись. Теперь, кто для меня более всего подозрительный? У меня семерочка подозрительная. Я думаю, что она красная. Я думаю, что да. Для меня семерка будет самый черный игрок. Городу она не помогает. Поэтому, в принципе, можно я тоже выйти номер 9. Я говорю про номер 9. Так что, город, смотрите. Спасибо. Спасибо и вам. Игрок номер 3, господа. Игрок номер 5, господин Чужой. 5, ваши минуты в открытии. Генератор переиграли.
Мне не нравится. Ты вроде как говоришь логично, а потом опять решаешь по взглядам определять последнюю секунду. Что? Один я не понимаю. Я выставляю игрока номер 7. Принято. Вы считаете, что ты последняя почетная мафия, которая в честь дня рождения убьет последний все-таки. Либо, если не ты, то я уже не знаю. С 8 я играю, с 3 я продолжаю играть. Продолжаю, только начал на самом деле. Номер 2. По взглядам я ненавижу, когда ты начинаешь опять по взглядам играть. Вот вроде все подумал, а потом, ой, она на нее посмотрела. Элвис, ты против города. Я в городе, а ты против. Ты чернее, чем она. Она может просто не понимать, что ты делаешь, а ты понимаешь, что ты делаешь. Спасибо. Спасибо и вам. Игрок номер 7, господин Элвис, ваш игрок. Я играю в город. Не надо пускать на меня. Я честно, с самого начала, типа, были в разных кадрах. Правильно? Да. 8-6 тоже. А девятка не голосовала бы за 6. Правильно? Давайте попилим. 7-9 уходит. Я готов уйти. Потому что для меня девятка последний матч. Ну потому что она плывет, она не играет десяткой. Сначала она играет десяткой, потом десяткой не играет. Я выставляю игрока номер 9. Принято. Попилим? Коньяк, однозначно. А может пятерка? Пятерка сразу у тебя поднялась. Либо девятка, либо пятерка. Девятка. Тоже девятка. Хорошо, попилим. 10 секунд. Давай, 7-9 и фу. Согласны? Это время на семья. Игрок номер 8, господин Нинок, ваша минута. Все голосования, что город кто-то убирал, не было ни в одном голосовании. Я тоже смотрела, я также успела все увидеть и проголосовать. В одном случае нет шанса. Чисто по игре мне не нравится, как играет семерка и по голосованию, потому что девятка вообще никак не играет. Она вот настолько никак не играет, что просто, ну, надо лучше сражаться. Давайте выбираем девятку. Я сразу хочу предупредить, если ты попадал в предупреждение госпожа Каори, не вкатит не здесь. Господин Элвис, госпожа Нинок, у вас по одному предупреждение. Игрок номер 9, госпожа Джулис, 2 минуты. Как могу, так и играю. Я не играю. Не нравишься, да? Все больше и больше. Я не пойму, вот с ней играю. Я даже с 8 уже практически не играю. Да. Вот 5-7 для меня. Я сейчас про себя говорю, хорошо? Вот у меня 5-7, подожди, я не знаю. Больше, да. 10 секунд. Кто выставил? Выставил 7 и 9. Понятно, что это себя. Спасибо. Спасибо, Иван. Игрок номер 2. Ребят, ну что тут сомневаться? За всю игру человек не сказал ничего конкретного. Никому не раздал конкретных цветов. Я не знаю, я играю. Третий день. Ты никого не выставляешь по своей инициативе. Ты кто выставлен? У меня есть подозрения еще по поводу, может, игроков 5 и 7, такие смутные какие-то мелкие. Но чернее игры, чем девятки, за этим столом пока что нет. Я выставляю игрока номер 9. Но так не закончится игра, значит, будем дальше играть. В любом случае,
не закончится. Вот, кстати, номер 5 вы говорите, я играю крутляк. Я играю не только крутляк. В первую очередь я смотрю на то, что человек говорит, как он говорит. Помимо этого, да, взгляды тоже немаловажны. Если человек мафия, зачастую перед тем, что он засыпает, если он не помнит, кто был на отстреле или хочет вспомнить его номер, он посмотрит это. Десятка перед тем, как уходила, они переглянулись с пятеркой, да, переглянулись. Нет, игрок номер одну секунду. В следующий раз будет предупреждение, если вы начинаете говорить до того, как я даю вам ваше время. Игрок номер три, госпожа Каори, ваши минуты. Ну, короче, хотите пилить, будем пилить. Будем пилить следующим образом, чтобы не пилить на голос. Будем пилить вот так, да? То есть игроки номер... Нет, подожди, наоборот. Нет, должно быть не так. Должен 7-8. Подожди. Нет, не так. 3-5-7 голосует 9-8-9-2 голосует 7. Понятно? Вот так вот делать. 3-5-7-9-8-9-2-7. Я вам что хочу сказать. Если у вас игра продолжается, но вы вывели двух игроков с одной коалиции. Это 6 и 10. Все тогда тоже не были с одной коалиции. Все со мной? То есть 10 играли вместе. У нас игра продолжается. Значит, скорее всего, это мафия. Значит, у нас и плюс мафия начала попадать. Соответственно, за столом одна мафия. Сори, Элкса говорит, я не играю по эмоциям, она не сказала, она не сказала, сказал, я так не умею. Это логика говорит против тебя. Если хочешь попилить, можешь попилить с девяткой. Это максимум, на который я согласна лично. Но логика говорит, сори, против игрока номер 7 на данный момент. Спасибо. Спасибо, Иван. Я прошу убрать руки Локи со стола. Выставлены игроки номер 7 и номер 9. В таком порядке будет происходить голосование. Кто считает, что игрок номер 7 мафия? 3 голоса, спасибо. Кто считает, что игрок номер 9 мафия? 3 голоса, спасибо. Итак, игрок номер 7, у вас 30 секунд на оправдание. Я предлагаю перестол себя. В чем моя игра? У меня вообще такое подозрение, что 3, 5 и 8 мафия. Меня с просто разведчиков. Я шестерка не играл, я десятка не играл. У меня это не так часто, поделитесь со мной. Спасибо и вам. Игрок номер 9, ваши 30 секунд. Сладкий вечер. Я даже не играл в десятки, а шестерки я сказала сразу, что я не знаю. Вы сегодня понимаете, что я слушаю, мне кажется, что ты мать. И да, я готова и вот это. Спасибо и вам. У нас повторное голосование. Кто считает, что игрок номер 9? Кто считает, что игрок номер 9 мафия? Специально два раза повторяю. Окей. Кто считает, что игрок номер 7 мафия? 3 голоса, спасибо. Кто считает, что игрок номер 9 мафия? 3 голоса, спасибо. Таким образом, кто считает, что оба игрока должны уйти? Это большинство голосов. Мы прощаемся с игроком номер 9, номер 7. И игрок номер 7, ваша минута. Спасибо, Иван. Игрок номер 9, господин Джулич, ваше минуту прощаться с городом. Спасибо, Иван. И прощаемся с игроком номер 9 и 7. И в городе наступает ночь. Алло, здравствуйте. Это у вас 13-го отделения милиции беспокоит. Старший лейтенант Николаев.
У вас совести есть вообще? Город крепко спит, на охоту выходит мафия. Достает свое оружие перед собой, проходит мимо игроков. День рождения. Номер один. Тишина. Номер два. Ни музыка не орет, ни драки, ни пьяки. Номер четыре. Номер пять. Поэтому я вас лично позвонил и прошу вас, номер 7, ведите, пожалуйста, номер 8, соответственно, номер 9, если день рождения, номер 10, отдыха. И вы мать удаляется. К вам наряд милиции, да? Просыпается дом мафии. Дом мафии ищет детектива. Дом мафии получает свою проверку и удаляется. Просыпается детектив. Детектив ищет мафию. Получает свою проверку. И удаляется в городе. Наступает утро. Утро недоброе для игрока номер два. Госпожа Мария Ивановна, мафия не промахнулась. Ваши минуты попрощаться с городом. Почему это номер два? Может, потому что номер два заподозрила номер пять? Я только сейчас хотела думала, кстати, что либо меня, либо тройку. Я очень надеюсь, что я не ошибаюсь по поводу красного цвета тройки. И восьмерки. А вот пятерка, я считаю, что мафия. Девочки, если вы красные, если вы не найдете свой цвет, я бы голосовала против пятерки. Я считаю, что мафия была... десятка, девятка и пятерка. Мне так кажется. Хотя шестерка тоже ушла очень по-черному. Шестерка по-черному ушла, да. Ну вот у меня немножечко... Ну кто-то тут точно в мафии. Ну, я сказала, что перед уходом десятки, они не только переглянулись, они очень-очень углубнулись. Это было настолько заметно, что люди были в одной группе. А то, что голосовал он против, это еще ни о чем не говорит. Он должен был показать, что он злой. Это время. Спасибо, попрощайтесь с игроком номер 2, госпожа Мария Ивановна. И стол открывает игрок номер 8, госпожа Нинок, ваша минута. Почему-то я не удивилась. Либо кто-то вообще себе двое поставил, кто-то из них дал больше. Потому что номер 3, вот с самого начала, игра была отлично, слишком хорошо. Номер 3, госпожа Каори, ваши минуты. Я выставляю игрокам номер 5. Короче, я считаю, меня на самом деле немножко раскачает, потому что я не играю по мафиалу, я играю. Для меня игрок номер 6 много 10 уши мафии. При этом я думала, что последний игрок номер мафии, игрок номер 7, который не голосовал 7, 9, 10 было. Дальше. Я первая выставила игрока номер 6. Я первая выставила игрока номер 6. Это правда, игрок номер 5. Это тупо правда. Я первая выставила игрока номер 6. Своего выставлять на втором кругу это, ну, как бы, очень, скажем так, такой посредственный, согласитесь. Дальше. Единственная моя проблема, что игроки номер и 5, и 8 голосовали со мной в игроках номер 6. При этом игрок номер 6 наезжал на игрока номер 8. Вопрос, где был искусственный разноцвет? 5 и 6 или 6 и 8? При этом остановилась двойка, которая пришла против пятерки. 10 секунд. Я прошу игрока номер 5 сейчас очень хорошо поговорить, потому что я буду решать в зависимости от того, как вы поговорите. Я самый красный, только самый красный игрок по всем этим выходам на этих столов. Это понятно. Это игрок номер 5. Господин Чужой 5, ваши минуты. Лично напоминаю, я жестко играл против 6, потом я выставлял номер 10. Я играл с ними одновременно. С тобой я начал играть только на третьем круге. Вот подозрительно у меня было на первом круге. Напоминаю, только на третьем круге я сказал, что я теперь буду с тобой играть. 6 наезжал на 8 сходу. Поэтому она для меня более красная. Я свой красный цвет знаю. Ты для меня более черная сейчас, чем она. В лобби хорошо играете, в лобби можете меня развести.
красивыми речами, но с номером 8 я буду голосовать против тебя, извини. Я выставляю номер 8 для круга, но голосовать не буду за троечку. Белая и черная команда. 10 секунд. Это предупреждение, госпожа Каори. Второе на черная команда. У нас выставлены игроки под номером 3, 5 и 8. 3, 5 и 8. Прошу брать руки локти со стола. Кто считает, что игрок номер 3 – мафия? Один голос, спасибо. Кто считает, что игрок номер 5 – мафия? Один голос, спасибо. И у нас опять по 30 секунд, чтобы поговорить. Игрок номер 3, ваши 30 секунд, чтобы поговорить. Ну, для меня сейчас очевидно, как бы у меня все ушли мои любые сомнения, потому что игроку номер 8, как черному игроку, не было никакого смысла голосовать за себя. Он только голосовал в одной из красных игроков и, соответственно, выиграл уже эту игру просто так. Если вы при этом так играете черным игроком, кстати, вообще снимаешь шляпу. Кстати, фишка, я при четверых, поскольку я давно играю, никогда бы не отстреливала двойку. Я бы всегда промахивалась. Это 100%, но это просто тупо правило такое. Поэтому игрок номер 8. После того, как вы проголосовали в себя, я однозначно играю с вами, как бы у меня отпали последние сомнения. У меня все решено. Игрок номер 5, ваши 10 секунд. Он не присоединился и не вынес. Я знаю, что я красный. Я знаю. Вот что мы с вами теперь делаем? Это время. Игрок номер 8, ваши 30 секунд. Получается, сейчас я непонятно играл. Ничего не играл. То есть, может быть, это кто-то с ней понятен. Я это специально сделала. У нас так удачно сложилось голосование. Для меня это только... Спасибо и вам. Так, у нас выставлены игроки 3, 5 и 8. Кто считает, что игрок номер 3 – мафия? Один голос. Кто считает, что игрок номер 5 – мафия? Я объявляю победу мафии. Блестящая игра! Блестящая игра! Да я ломала бы, он не засчитал. Я бы дважды ушел, чтобы видеть, как блестящая игра. Нужно было засчитать. Что засчитать? Значит, когда было голосование в семерку, но один голос нужно было засчитать. На мой взгляд. Потому что когда в семерку голосовал один голос при повторном голосовании, в этом был сомнений. Я специально победила так, чтобы сломать. Ты мне передал. Нет, смотри, на самом деле, как бы такая ситуация, они вообще по правилам один правы. Просто мы до этого здесь играли наоборот, и до этого не выиграли. До этого я не смогла сломать. Я прошу прощения, я прошу прощения. Мафия была. Не надо парень его оставить. Он должен был оставить, не должен был уходить. Все хорошо. Да, я тоже подумала, что мы пошли. Он должен был видео. Я поэтому ляпнул то, что я ляпнул, чтобы. Ребят, сори. Классно, что сори? Почему я стала ломать себя, ты с ней не играешь? Я с ней, как я с ней не играю? Ты не играешь, уверенно говорю. Как я против тебя голосовал, как я не смею играть? Ты понимаешь, я сижу, я думаю, что я заплатил. Что там думать уже? Все, она всегда попала. Так я в тебя два раза проголосовал. Я два раза в тебя проголосовал. Ты же, я не играю с ней. Я лично два раза в тебя голосовал. Нет, ты не сказал, что... Я сказал, что она сделала красный ход. Что еще? Добро сыграла черную игру совершенно. Я почему-то не проверяю. Я не знаю, зачем. Я почему-то не играл в тебя, играл точно.
Это раз. То есть я узнал, где записывал, что это все. Проверил, вы поменяли. Ой, куда я не играю? Что? Проверил, вы не поменяли. Я думал, пятерку еще проверил. Ты можешь. Не ты слышал, кого давали на профильную проверку? Вот я просил шестерку, наконец. Я просил пять хотел. Я думал, пять. Ну, я думал, пять. Потому что пять не имеет позиции какой-то. Но, пять не имеет позиции. Я узнал цвет пять, что я узнаю. Ты узнаешь лет 6 и цветы, какой-то вероятность. Я не знаю, на самом деле, уже 5-6. Я выложу, я все я еще ни разу не видел, чтобы две девушки, оставаясь за столом вдвоем против парня, голосовали за собой. Не видел никогда. Когда больше логики не остается, в ход вступает женская сила. Power girl. Я тебя выставляла два раза, блин, никто этого не заметил, Даня. Я просто не заметила, я заметила, что я поняла. Нет, мой мне говорит, ты никого не выставляешь. Я поняла, что выставляла. Я выставляла после того, как она была выставлена. Она не была, нет, она не была выставлена. Я выставляла ее первая. На втором круге я ее выставила. Я ее выставила на втором круге. Нет, ты на третьем ее выставила, на втором я ее выставила. На третьем был попил стола, алло. Да. Алло, да. На первом круге я шестерку голосовал, да, потом ее. Потише, там у них игра начинается. Давайте тоже. Давайте. Ребята, сейчас я.